Чем так привлекает профессионалов всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека»? Это уникальная возможность не только продемонстрировать ваши наилучшие практики, но и подчеркнуть лучшие из других. Благодаря чему педагогу из Самары удалось стать победителем в одной из 10 номинаций? Мы представляли воспитательную практику работы с особенными детьми. У нас есть огромная площадка, я уже, как ни странно, огромный накопленный опыт, который был достоин, чтобы с ним поделиться именно на таком уровне. Как можно подготовить детей с ограниченными возможностями здоровья к суровым жизненным ситуациям в сказочной игровой форме? Когда ребенок попадает в мир сказки, идет раскрепощение, идет релакс, ну, на полную катушку. Когда мы проигрываем с детьми ту или иную ситуацию, мы проигрываем жизнь в миниатюре. И поэтому это здорово. Почему она, игра, называется социальная? Потому что ребенок учится общению. Рассказывают методист Центра детского творчества «Металлург» Анастасия Пенькова и победитель конкурса, педагог дополнительного образования Центра Луиза Беляева. Смотрите программу «Город С» 28 октября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».